на тусу потусить. Тебе ничего не светит, солнце только типа санузел. ВК, Джиджи Шоу. А меня пригласили, чтобы я здесь заебала всех, как я сказала, да, без проблем. Я люблю его! Кто любит его лица? Я! Охрана, уберите его. Нужен ли пол это давление? Можно ли остановить этот процесс? Никто не может остановить. А я здесь организатор сегодня. Да? Да, главный. Шалом. Прошу с днем рождения. Здравствуйте. Привет. Третья партия. Блядь! Если будет четвертая, мы едем в заведение, в которое не надо нельзя говорить. Хорошо. Стрепуху, что ли? Ну, как все? Я хорошо. Так мы едем в стрепуху. Я думаю, да. Ему так нравится. Вот это хорошо. Вот это разговор, я понимаю. Рельсы, шпалы. Сиськи, огонь, уф, ахахах, пишет, молодец. Маш, милаш, понял? Шлеп, шлеп, бьет под задницу в задницу. Пойдемте, сейчас я вам покажу свое мероприятие, которое я организовывала 7 лет. Что мы покажем сегодня вам, друзья? Перед тем, как я буду заебывать всех на свете, я вам покажу, что здесь происходит. Мы находимся на ВК-стрим-арене, значит, здесь Джиджи-шоу. Это главный человек здесь. Ну, после меня, правильно? После меня здесь. А мы сейчас... Давай ты мне проведешь некую экскурсию, чтобы я знала, где мне быть, как рыба в воде. А здесь через 10 минут начнется церемония открытия и пойдет стрим с классными командами. Маша обязательно покажет. Меня пригласили, чтобы я здесь заебала всех, как я сказала, да, без проблем. Пойдем. Руку. Куда пойдем? Мне. Ну и пойдем. Милаш. Ближе к сцене мы идем. Ближе к сцене. Мы с моим идем сюда, если можно. На самом деле, я рад тебя видеть, потому что последний раз мы с тобой виделись на KFC Bad 2019 года. Реально? Да. Так мы вообще знакомы. Вот так вот. Так что мир тесен. Можете подписаться на Артура Трахова. Можете, ссылки в описании. Можете не подписываться. Ссылки Спасибо. В описании. Артур Трахов, верно? Да. Артур Трахнуть, да? Да. Без проблем. Трахну, если надо. Начинается уже? Давай. Давайте похлопаем всем! Ура! С новым! Ладно, пойдем сядем. Где мой трахарь? Ушел? Мой трахарь ушел. Похлопаем, конечно, нашим командам! Ура! Ура! Спасибо, что были сегодня. Увидели наше выступление. Я репетировала с ними несколько лет это выступление. Мой горловик! Андрей и Юрий. Иди на блин. Дмитрий Ликс! Дмитрий Ликс! Ура, ты лучший! Как же Дмитрий Ликс? Я люблю его! Кто любит его Ликса? Я! Охрана, уберите. Я люблю Диму Ликса. Что же смотри, что же что? Давай, сюда, да, да. Давай этих поснимем, да, 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 да. Так, нам нужно снимать. Надо снимать. Сейчас вниз спускаемся, потом отдохнем. Все, мы работаем. Здесь работаем, мы пойдем отдыхать, да? Я, да, да, я бегу, да. Я повесил вам сюда. Не, мне делать. Можно, я же снимаю здесь тоже. Подожди, а что? Отпечатки, у вас есть отпечатки? А, да, конечно. У меня есть здесь пальцы. Почему меня не разрешают? Почему меня не разрешают? Можно мне туда? Я тоже снимать должна. Как мне попасть сюда? Мы будем вместе. Это некрасиво. Открывай. Так, а у тебя есть палец? Может, ты приложишь? Просто приложи, может, у тебя работает.
Нет, не сюда, а вот сюда надо. Че ты рвешься, блядь? Не работает? Так, нам нужно найти, нам нужно туда, все, ты понимаешь сейчас? Это Паша, нам очень приятно познакомиться. Так. Напомни, как тебя зовут? Меня зовут Вика. Я здесь главная, я организатор здесь. Ты организатор? И он тоже организатор. А, реально? Он, наверное, не главный организатор. Конечно, а ты главный? Да. Это твой начальник? Да, да, да. Я его не знаю, он с нами не работает. У нас у всех людей, кто здесь работает, есть бейджик. Показывай свой бейджик. Ладно. Мы сейчас подойдем к вам, ждите здесь. Много. Все, давай, подходи обязательно. Давайте, сейчас приду, да. Здравствуйте, мужчина. А вы здесь с кем? Я техник здесь. А, вы техник. Здравствуйте. Вы прекрасно выглядите сегодня. Спасибо большое. Вы будто бы солнце в этом дне, понимаете? Спасибо. У вас улыбка ослепительная просто. Вы кто здесь? Можно я посмотрю ваш бейджик? Организатор. А я один из организаторов. А я тоже организатор. Давайте кулачок. Люблю вас. Наконец-то вы меня нашли. Здравствуйте. А руки покажите, руки. Кольца нет. Кольца нет, да? Да, какие вопросы? Я готов к тесту. А, вопрос один. Есть у вас девушка? Девушки нет, есть жена. Пойдемте нахуй отсюда. Нужно найти отпечаток. Нам нужно сюда сесть. Мой подходит палец? Проходите. Мой палец просто не совсем залезает туда, а так он подходит полностью. Точно. Да? А мы вот и зашли, понятно, потому что у меня палец подходит. Вы молодцы, молодцы. Видишь, я прошла, у меня пальцы, потому что нет, 10 ты молодец. Штук. Это только на руках 10. Там комментарий. Да, извините. Здрасте. Ого, у вас тут круто. Давайте так, вы сейчас прокомментируете мой танец, ладно? Давай. Давайте. Хорошо. Маша-милаша, отличное движение коленками, пожалуй, почти 90 градусов, но более было бы слишком опасно. Нельзя не отметить тонкость движений, посмотрите, как прекрасно переступает пятка за пятку, пятка за пятку, великолепное исполнение. Только так выступают на этой арене, друзья, ставки слишком высоки, чтобы ошибиться, шаг за шагом приближается к успеху. О, боже, кажется, кульминация, а через секунду как же движется ее... Выдержит ли пол это давление? Можно ли остановить этот процесс? Никто не может между ней и победой. Это клатч, господи, на 3 метра над головой. Как бы не разорвать, я не знаю, вселенную, межпространственный континуум таким шпагатом. Это было очень круто, мужики. Вообще молодцы. Это очень круто было. Спасибо. О, кайф, кайф. Пошли. Молодец сегодня. Вы молодец. Не сказали вам сказать? Что вы сегодня молодец. Спасибо. Я вас искала, чтобы сказать это. Вы тоже. Продолжайте молодец. В том же духе. Благодарю. Давайте пять. Идемте, пойдемте снимем дядю. Главный сегодня он держит две рамки. Смотрите. Вот. Дерзкая, подойди к Натану. А, реально? Это не Натан, это птах. Алло, алло, блядь, перепутала. Ну, здрасте, приехала. Натан, блядь. Я увольняюсь из рейтинга. Ты, блядь, ты считаешь, да? Ну, Птах и Натан одно, да? Птаха, легенда. Привет. Ну, как ты? Что у тебя там? Здравствуйте. Ой, привет. Я Маша, очень приятно. А я здесь организатор сегодня. Да, главный. Шалом. Знал, что это Птаха вообще. Да, блядь, ты вообще сказала, что это Натан, да? А что ты хотела? Я хотела ему спеть. Хотела спеть. Слышь, ты что такая дерзкая? Споешь ему? Давай. Хотелось бы, если честно. Давай, два косаря. Спой ему. Два, за два? Да, два косаря. И что, и как ты говоришь, здесь хорошо, да? Да. Что такая дерзкая, классная песня. Отлично еще. Да. Про тебя. А ройлти есть? Все, не вали, блядь, дальше. Не вали, не закапывай себя. Как же стыдно. Мне даже стыдно было ужасно. Это было. Очки надела, типа, это не ты уже. Если он тебя узнает, он тебя не узнает. Да, ты думаешь, конечно. Я вас знаю. А я вас нет. Кстати, познакомимся, меня зовут Маша. Я Полина. Полина, ну вы, конечно, выдаете сегодня, ну, жару здесь. Естественно. Давайте. Я каждый раз, когда смотрю твои ролики...
у меня возникает чувство паники, потому что я не супер социально активный человек. Честно, я смотрю, когда на тебя, у меня тоже вот чувство паники, реально, чувство паники. Я просто ослепляюсь, понимаешь? Вот тут вот, я прям, ну, то есть ты сама так понимаешь. Так я делаю, чтобы сразу привлекать внимание таких. Да, это есть, это здесь есть. Как говорится, вот это декольте у тебя. Сиськи огонь, уф, ахахах, пишет. Молодец. Это вообще, конечно. Может, это в боулинг ебанем? А, ну ладно. Ну, ладно. У вас такие ушки очень красивые. Ой, как кошечка у вас. Ай, эть, конечно. Ой, ой, как здорово вообще. Это просто находка. Вы много и не наливаете, а то она кошка. Кошкам нельзя много пить, поняли? А, хорошо. Все. Здрасте. А как вас зовут? Саша. Саня. А можно посмотреть? Вы артист? Да. Саня, да вы что? А какой вы артист? Из какой отрасли? Вокальная. Вы можете спеть? Осталось 3 минуты. Ну, пойте. Сейчас все мои ребята запоют на сцене. Нет, давайте, пойте, мужчины. Пойте. Мы поем саундтреки, там нет, такие слова, пойте, что лучше не слышать. Пойте. Новые, новые ночи, сангви седей, нока. Спасибо. На 500 сейчас рублей было. Я уже все увидела. Спасибо, нет, очень нет, круто нет. было. Ну что, кого еще здесь доебем? Какое у тебя вообще настроение? На сцену погнали? Давай, блядь, смотрись нахуй! Мы на празднике! На сцену! Привет, мой хороший, люблю! Привет, чатерсы, приветик! Да, привет! Привет, привет, мой хороший! Ну как же здесь? Да. Вика сейчас придет, тетка пошла снимать других людей. Давай, я помню, уже готов, все, сломался сходу, блядь, только подошла, уже сломался. Уже сразу говорит, хочу ебаться, все, вы слышали сами? Говорит, Маша, я хочу тебя. Маша, хватит снимать, пойдем, уединимся в комнату. Я так чисто поздоровалась с вами, у вас классная шапка. А, это волосы, очень хорошие. Это волосы. Ты великая. А ты, какого хрена сказал? Уберите ее. Я люблю лица всей душой. Понятно. Так, ну что там, идет игра? Идет? А что вы тут сидите-то вообще? Нам сказали здесь сидеть. Понятно, а вы доктор, да? Получается, да? Просто у меня, знаете, душа болит. Надо что-то с этим сделать, честно сказать. Может, поцеловать куда, не знаю. Ну, давайте попробуем. Вы знаете, душа болит ниже пупка, честно говоря. Есть вариант как-то вот сердце вот это вот, ну, успокоить. Есть? Есть парочка, да? Хорошо, а вы определитесь тогда, кто будет меня лечить. Я сейчас приду, мне одно дело буквально. Я немножко потерплю и приду. Давайте. Будем. Спасибо огромное. Вечер в хату. Опа, здрасте. Здрасте. Я вас видела сегодня уже. Как вы вообще? Мы невероятно. Сейчас выйдем к вам. Зачем? Мы же все работаем. Нам не надо к нам. Смели вам здесь все. Шпендривайся, наденем сверху. Нашел, а вы не ушли. А если бы я уже вот так вот? Да. Красотка вообще. Вы тоже. Обалдеть. Это вам. Это вам, конечно. Мне тарелка не нужна, честно говоря. В общем, пока убивается, но... Малыш мой, есть. Ребята, еще ждем. Молодец. Вкусненько. Мы сначала покормим его немножко, потом уже его и трахнем. Дима Александр, зрители, опаснейшее звено. Хорош! Отличный кэп и подобранный девайс. Можно это поставить? Как тебе здесь? Прикольно. Люди такие веселые. Вот за кадром. Мы видим, что ребята готовы сражаться. Никаких охлаждений практически. Ну что? Как дела? Мне хочется обнять, вы лучше здесь. Ой, хороший. А вы что здесь делаете? Я инженер. Инженер, да вы что? Это вы проверяете, чтобы все работало у них, да? Я вам бутерброд принесу. Спасибо. Вы уже поели? Да. У меня немножко строчтел на носу осталось. Может, ну, хотите обрезать мою щечку, так сказать? Не будете? Ладно, я пойду тогда. Отвлекитесь, пожалуйста, от телефона. Давайте познакомимся. Меня зовут Маша. Я здесь главная. Денис, в компьютере завис. Вот не зря так говорили про вас, реально, в компьютере завис. Вы хотите, может быть, чай, кофе, секса? Ты хочешь что-нибудь? Вот кофе был хорошо. Кофе, да? Ну. Все. Ладно, хорошо. Девчонки, нам нужно кофе для скорой помощи. Срочно организовать. Два капучино. Прошу с днем рождения. Здравствуй. Привет. Я тебе, хочешь, шапку подарю? Да, мне шапку не хватает. Это меня. А то ты как раз без шапки ходишь. Тебе нужна шапка просто. Давай, мы тебя сейчас разденем и проведем...
До какой степени меня раздели? И проведем тебя в как я люблю. Мы его в випку ведем или куда? Давайте его, наверное, в комнату с кроватями сразу. Да, сразу же. И привяжите меня, как в том видео. Да, это мы можем. Да, девчонки, организуем, да, ему тогда привязку. Привязку. Так, только сосочки придется, мужики, заклеить вам. Хорошо. Крестиками. Сосочки заклеить крестиками, хорошо придется? А то у нас детская площадка, здесь нельзя совсем до конца раздеваться. Хорошо? Все, тогда раздевайтесь, я вас жду наверху, ладно? Все, увидимся. Ну, Гося там Анойна, дай его смотреть. Касса. Здравствуй, ура. Давай просимся. Малыш, иди ко мне, пойдем дружить. Я только что сказала, что я с тобой буду дружить, пойдем. Да, хорошо, мы дружим. Идем. Мы дружим, вот буквально начали дружить. Да, мы несем кофе. Рода подъем! Это кофе. О, спасибо большое. Спасибо, Маша. Вы супер, держите дома. Большое вам спасибо. Давайте. Какой вкусный. Я вас люблю, вы умница. Классная задница у вас. Я качаюсь. А вы что, домой уже пошел? Куда? Нет, пойду посмотрю, чемоданы в машине. Пойдемте вместе, господи, что мы здесь делаем? Пойдешь с нами в машину? Я посмотрю. Ладно, если честно, как бы, то есть у нас есть какой момент, да? Это скорая помощь, да? Сможет? Да. Ну просто за рулем пока. Кормимся. За рулем посижу тогда, бикну, ладно? Машина-то закрыта. А кто откроет? Так должен подойти сейчас водитель. А зачем мы тут, мы выше тогда, так рано, если водителя нет? Он что, не пошел, что ли? Денис, ты один вышел. Я думал, он за мной пошел. Денис, блядь! Ну что? Ну что за хуйня? Ну что поделать-то, а? Вот так вот. Денис. Получается, на кого у вас? А если мы тебя наколем? Не-не, не надо. Мы вас ждем здесь. Давай ты сделаешь обзор быстренький. Ничего страшного, он просто автоблогер, ведущий в этой стране. Вы его, наверное, знаете, это Гусейн Гасанов. Ну вот, смотрите, что у нас здесь? Значит, резиновая покрышка. Все верно. Литье. Да. Второе колесо со второй резиновой покрышкой. Это нереально. Это просто что-то нереальное. Нереально. Я не знаю, как это будет. Третья покрышка. Реально, блядь! Если будет четвертая, мы едем в заведение, в которое не надо нельзя говорить. Хорошо. Стрепуху, что ли? Ура! Четвертая покрышка. Да это на трофейне тянет. Реально. Вот такой вот обзор. Вот, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот как бы так вот и все. Подожди, я хочу открыть. Сейчас я прям бикну мне один раз. Товарищ главнокомандующий, капитан, шеф, не могли бы вы мне дать, разрешить, так сказать, бикнуть ваш клаксончик? Просто это был бы мой первый раз. Вот сюда на кнопочку. Вот эту? И что? Офигительно! Господи, ну вот же он! Ну, господи, ну мой-то, вот же он! Я так давно тебя ждал. Да? Сколько? Ну, получается, полтора года. А, на том же месте, да? Ну, как же? Я хорошо. А ты уже пил здесь капучино? Нет. А бутерброд? Я хочу пить капучино. Тогда здесь есть рыбная хуетень. Здесь есть рыбная хуетень. Не хотел бы ты рыбную хуетень? А где она? Пойдем, я тебе покажу. Ой, какая смешная шутка! Просто молодец вообще. Честно? Я, короче, однажды залип на какой-то твой видос, где ты доебывала иностранцев, по-моему, в Тае. Я плакал. Ты мой хороший. Да. Я тебя люблю. Я так тебя люблю сильно. Это старый, кстати, знакомый. Да. Он тебя никогда не видел. Тоже, как и я. Но только по телевизору. Да. Вот, знакомьтесь. Что вы можете друг другу сказать? Красиво. Ура! Вы что хотите? Хотите, я вам покажу здесь? Я здесь уже везде побывала. Где нельзя тоже и где можно. Где показывают что-то такое, что вообще нельзя смотреть? Я только что, мы были в машине реанимации и гудели в клаксончик. Хочешь, я тебе сложу? Хочешь? Мне сказали, вернись. Тут Матвиенко. И я говорю, ладно, я пойду с ним тогда в клаксончик подудю. Хочешь? Это те самые ребята. Я поняла. Привет, ребят. Да, они тебя любят просто пить. А я вас тоже люблю. Я без... Старый, ну он примерно то же самое, как Макс Милан. Привет, и Макс, как я. Пойдем? Ну молодцы, мы вообще. Я болела за вас всей душой. Всей душой. Мы же болели за них, пиздец. А ты помнишь, что ты, мы с тобой на шоу были где-то 700 тысяч? Конечно. Ты что думаешь, я забыла, что было месяц назад? Ну, у тебя память. Давай пососемся. Не такая я, не такая я.
Они смотрят, я как инопланетяне. Я не такая, не такая. Да, давайте, вы в клипе. Не такая, я не такая. Они смотрят, я. Да, умница, ревнуй. А вы танцуйте. Не обращайся, она ревнует, понятно? Я точно продюсер. Да, абсолютно точно. Грустно, поняла? Тебя бросили, поняла? Ревнуешь и плачешь. Чувствую себя чужой даже в своей компании. Давайте мы будем говорить, что у нас автопати. И всех куда-то отправлять. Давайте. Хотите на автопати? Здравствуйте, вы бы не хотели на автопати поехать? Ой, нет, ой, нет. Просто там будут все вообще. Все прям? Да, все звезды. Но нет, но нет. Капот не будет. Девушка, а вы не хотите на автопати поехать? У нас автопати просто... А с бургером пустят? Да, конечно, все в текстильщиках супер, мы едем у нас. И берем. Вы к автопати, текстильщики там? Все, мы подъезжаем. Поедете? Ну что, вы сейчас на автопати тогда, да? В текстильщике. Текстильщик? Да. Это у тебя? Нет, у нас даже вечеринка. Вы не хотите со мной поехать на автопати в текстильщике? Нет, спасибо, не надо фотки обрабатывать. Он называет меня сук, да сам ты сук, я пич не сук. Да сам ты сук, он называет меня сук. Да сам ты сук, я пич не сук. Да сам ты сук. Денис не особо хотел есть. Еще вы хотите что-то вкусное? Нет. Достаточно еще? Могу еще бургер принести? Недостаточно. Ты, Денис, будешь? Не, я не голоден. Мне надо посветить. Можно, пожалуйста, мне 2 стакана... Спасибо. 2 стакана вот этого компота. А вы снимайте, снимайте. Или делайте вид, что снимаете. Пойдемте. Все, пойдемте, вы мне еще на бутерброды посветите. Мужики, пойдемте. Это важно. Не, на лицо мне светите. Я иду, чтобы красиво было, да. Чтобы все видели, что я, да, иду. Excuse me. Вы возьмите стакан, пожалуйста. Со мной вниз, пожалуйста. Мне нужна помощь, у меня руки заняты. Пойдемте. Я несу вам шашлык и спринг-роллы. Мужики, держите. За нас, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Вы знаете, у нас еще есть одна фраза, очень важная, мне кажется. Мы ее не сняли, даже сказать, не со мной. ВК, Джиджи Шоу. Давайте. Я не выговорю. Нет, Джиджи Шоу. Понятно? ВК, Джиджи Шоу. И мы чокаемся. Нет. И мы чокаемся. Давайте еще раз. Давайте. Перезапишем. Вы должны сказать головой и чокнулись. Поняли? И улыбнулись на камеру. Да. Давайте. 3, 2, 1. ВК, Джиджи Шоу. И да. Головой, да. И чокнулись. На камеру. Да. Да куда вы пьете? Да что ж вы делаете-то? Еще раз. Вы должны на камеру, а потом выпить. Так у меня сейчас компот кончится. Ничего страшного. Последний раз. Все, давайте, как на концерте. Последний. У нас пленка заканчивается. Поехали. 3, 2, 1. ВК! Джиджи Шоу! Все. И пьем. И пьем. Идеально. Приятного аппетита. Спасибо. Может, давайте. Просто, может, вам надо будет, да, куда-то сдать. Это было ВК Джиджи Шоу. Ура! Давай подойду уже. Ничего, я скажу, так тебя обниму за щечку и скажу привет, малыш. Привет. Какой хорошенький, да. Господи. Да. Кстати, зеленые глаза, ты какие. Очень красивые, да. А у меня, тоже зеленые, смотри. Видишь, мы с тобой творческие люди. Да. И у нас с тобой зеленые глаза. Да, ты такой хорошенький, так. Ой, а ты вот так еще лучше. Еще у меня еще ямка здесь. Да, я вижу, очень милая, для пальчика. Да. Просто... Текстильщики жду, да, вас, Маш? Ну что, поедем в текстильщики реально? Вон Серега какой? Тоже едет, да? Текстильщики на автопате. Да? Куда? В текстильщике на автопате. Да, организовывает сок ВК. Что там в текстильщике? Да я просто всех приглашаю на автопате. Я думаю, что если собрать народ, будет автопать. Где? В текстилях. У метро. Просто у метро устроить какое-нибудь движение. Нет, я вот не знаю, просто хочется что-то еще поделать. Как будто не завершено. Угу, угу, угу. Рано закончилось.
А сегодня суббота? Да. Давай. Я с удовольствием. Давай, пойдем. Блин, офигенно! Ты не откроешь этот мир вот этот, да? Да. Короче, дело в том, что там сидит девушка, блондинка, видите? Так. Да. И мне сказали к ней подойти. Но я одна немножко переживаю. Надо у нее что-то спросить. Ты можешь мне что-нибудь спросить? Что? Не знаю, что хочешь. Вот просто интервью как будто. Вот, вот эта вот девушка? Да, да. Здравствуйте. Познакомься. А как вас зовут? Ну правда, как вас зовут? Извиняюсь. Она не говорит со мной. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели, чтобы вас спросили незнакомые люди? Пока мы не уйдем. Давай уйдем, она будет говорить. Ладно, давай. Ей идем. Нужно будет эту ситуацию объяснить людям. Давай, подождем. Давай, я посмотрю. Ну это странно, человек подходишь, говоришь, здравствуйте, как вас зовут? А она не разговаривает. Я тоже не понимаю, почему она это, не разговаривает. Ну, по крайней мере, не культурно. Да. Надо подойти еще раз, что-то мне узнать. Она разговаривает. Мы ушли, она не заговорила. Пойдем попробуем еще раз тогда. Давай я теперь сейчас. Давай, а что мне сказать ей? Подойди, спроси, как вас зовут. Давай. Я Маша тебе скажу, да, наверное, попроще. Мне просто чат пишет здесь, привет, чтобы я с тобой познакомилась. Я Маша. Женя. Как? Женя. Женя, поняла. Это... Я ей просто не понравился, я понял. Я поняла все. Ты понял, что? Она сказала, я Женя, да? Да. Это Евгений. Вот, вот я и задумался. Да? Да. Это Евгений. А-а-а! Обалдеть, это же как так бывает, да? Здравствуйте, а как вас зовут? Проверку прошу. Ебать, спасибо. Так мы едем в стрип-клуб? Я думаю, да. Я говорил 120. Обнялись. Как говорят, ты же уезжала. Нет, я не уехала. Я так расстраиваюсь, что, конечно, не смогу тебя добраться. Точнее, я мог добраться. И я расстраиваюсь. Я бы тебя тоже так поделал. Я вас знаю. Я вас знаю же. Маш, ты? Да. Мы с тобой снимали влог, когда в шариках, помнишь? Дима Масленников. Да, я не Дима Масленников, я не Гитсударь. Круто, очень круто. Да, да, прикинь, вот бывает. Это круто. Здравствуйте, сударь. Серега, люблю всем сердцем. Вы поедете с нами в стрип-клуб? В стрип-клуб с вами? Нет, я с друзьями еду в бар, к сожалению. Девочки, все, пока. 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 Давай, девчонки. До свидания. Вы были лучшим. Вы здесь были лучшим сегодня. Я все видела. Пойдем. Давайте. Дома. Нет, дирекция же была здесь. Дирекция едет домой. Excuse me. Hello. Чёрт. Здрасте, меня Маша зовут. Я бы хотела вам поставить песню. Вы должны с нами только сейчас сигануть, потому что уже желтый. Поехали за нами. Как вы думаете, он поедет за нами или нет? Снова вместо моих глаз эти крестики. Хочет мои нолики с карты нолики. Кто там за мужик спереди? Я директор Кликлак и снимаюсь в Кликлаке, и поэтому меня Саня Быков зовут. И да. Я еще нос симпатичный, ты должен это отмечать, да? Тоже. Спасибо. Ты он такой сломанный. Да. А поэтому такой маленький, а как он сломан был? В половину, да? А, нет. Пуньк хочется ему сделать. Пунь. Такой пуньк. Я вот. Ломаю стереотипы относительно носа. Почему? А есть стереотип про размер носа? Есть стереотипы про другие какие-то размеры. Ну, я да. Тоже ломаю стереотип. Честно все, сказать? Все ломаешь. У меня нос очень большой. Большой. Да. Да, поняла. Мужики, честно сказать, я вот считаю, что ну, член не должен быть большим. А толстый же должен быть? Нет, должен быть. Мне кажется, большой член – это уродство. Блядь, я считаю, что... Я, вот, знаете, недавно вот сказала, что член должен быть маленьким и помещаться в ладошку. Потому что, ну, вот, сантиметров 7-8 – это достаточно уже. 8-9 – это пиздец максимум, я считаю. Больше 9 – это уже хуй куда-то засунешь, реально. Да куда ты его пыталась засунуть все время? Я? В карман, конечно, блядь. Просто вот, допустим, у тебя сколько, ты сказал? У меня? Ну, я у него вообще спросила, но ты тоже можешь сказать. Много. В школе было 26. Нет, 26 не было, нет. 26 это, блядь, на 7 можно разделить, и тогда будет 7 хуев. Нормальных, причем таких огромных. На ушко шепнешь? Можно было просто сказать, ебать, в 7 классе у меня было 41 сантиметр. Сейчас немножко усох. Деревянная такая. Да, нормальных, плотненьких 8.
знаешь, типа. И я сказала, вот это разговор уже, блядь. Короче, Серега договорился, дай? Да. Он сказал, что женщины в привате будут танцевать, и мне можно будет там снять видос. А танцевать им будет как? Ты примерно можешь? Не, ну примерно как? О, реально? Я согласна, ладно, ладно. Так, друзья, сейчас я нахожусь в туалете в Трепухе, и теперь я поняла, почему здесь нельзя снимать. Здесь просто грязюха. Здесь просто грязюха нереально. Здесь нет одежды. На людях не присутствует одежда. Можно там купить одежды. Все, агент Милаш пошел, блядь. Пошел на блядство, так сказать. Все ради контента, да-да-да. Вот так, Коба, трогай. Ему так нравится. Вот да. Так. Вот это хорошо! В целом прикольно вообще сходили. А, укусила, укусила. Не кусай, дядя. Первый раз и такой, да, сразу. Это просто... Ты видел хоть раз такое? Я тоже. Что-то не поделили, явно. Наверное. Чешется, наверное. Наверное. Я вот сейчас жду, музыка хорошая, пока закончится. Да. Вот это разговор, я понимаю. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Спасибо, было очень здорово, весело и классно. Я вас люблю, вы меня тоже. И облизываю ваши пупочки. Мне это очень нравится, вы сами знаете. И вы мой тоже. Все. Главное, что это взаимно. Люблю. Маш, милаш, понял? Шлеп, шлеп, бьет под задницу всадницу.